Вы думаете, почему эта красивая девочка стоит на фоне зеленой тряпочки? Просто мы попали в самый разгар процесса. Здесь снимается программа «Невзрослые новости». Вместо зеленого можно оставить любой фон. А когда место сделалось, его заняли мы. Теперь мы будем звездами. Не переключайте. Как видите, с нами произошло чудо. И с вами произойдет. Приходите в студию «Вместе».